232 d4 играем. Конь f6, конь f3. d5, c4. Переходим мы во что? c6 или e6? e6. Переходим мы в... Давайте в каталон переходим. Так, ну если соперник так будет задумываться надолго, все-таки эта позиция еще далеко, четвертый ход, далеко не оригинально. Если он так будет задумываться надолго, то борьбы не получится. Мне так кажется. Кстати, 2240 рейтинг. И это... О, c5 неожиданно. А что здесь после c5 делают? Давайте на d5 побьем. Попробуем изолятор черным сделать. В каталоне это то, что нужно, но соперник не дает. Ну, кстати, размен пешек c и d, насколько я знаю, тоже в каталоне, ну, не то чтобы в пользу черных. Поэтому я не боюсь разменять это все. Слон будет давить со страшной силой по вертикали, по большой белой вертикали. Так. Чернопольника бы еще пристроить. Так, нет, он на c3 побил. И позиция уже такая интересная. Совершенно интересная позиция. Ну, у него проблемы с белопольным слоном. Явные проблемы. На b7 его, конечно, можно попробовать поставить. Так, а здесь куда-то конь поскакал. Наверняка он собирается... А, он собирается на d5 стать. Ладно, давайте пешку до конца додвинем. Да, я вообще договорил про рейтинг-то. Рекордный мой рейтинг за всю историю выступлений на Личес составлял 2246, по-моему. Сейчас 2240, то есть нужно победить. И может быть, хотя вряд ли 7 очков дадут, но может быть я установлю историческое достижение. Установлю рекорд. Так, конь на d5. Конь на d5. Что нам делать? Не хочется слона белопольного выпускать. Давайте съедим его. И здесь слонов давайте разменяем. Я вообще готов многое разменять. И мне кажется, что эндшпиль у меня будет неплохой. Вполне неплохой эндшпиль. Давайте чернопольников разменяем. Хотя, может быть, это уже действительно не очень хорошо, не очень правильно. Неплохой эндшпиль за счет того, что пешка далеко зашла. И хоть здесь 2 против 1 на ферзевом фланге. Но, может быть, еще и слона слить. И получить еще и слабость на d5. Это интересный момент. Ладно, давайте об этом позже подумаем. Это никогда не поздно будет сделать. Если конь не уйдет, то мы его в любой момент можем слоном побить. Если конь уйдет, то наш слон будет просто зверствовать по этой диагонали. Так, это предсказуемо все. Грожу на d5 сейчас побить. Уже не грожу. Так. Ну что, давайте теперь побьем. И давайте так сыграем. Он, конечно, на c2 сейчас въедет. Но это как-то не особо впечатляет.
будем давить на все слабости одновременно. Если он на c2 въедет, кстати, ферзь b3 и нападение на d5. Оп, напали на d5. На e3 на всякий случай защитили. Хотя пока еще рано прям этим заниматься. Так, а теперь мы можем напасть. Наверное, еще раз можем напасть. Можем или нет? Ферзь на h3 еще куда-то может пойти неожиданно. Ладно, давайте ладьей b нападем. И потом будем смотреть, чем будут черные нас удивлять. Удивлять и радовать. Времени пока чуть-чуть больше. Кстати, ферзь c3 сейчас есть. И потом на e2, на e3 удар. Ой-ой-ой. Зря я король g2 пошел. Не хотел пускать на h3 ферзя, но в итоге вот так. Нет, подождите, там ферзь... Я на b7 забираю, грозит мат черному королю, поэтому это все неправильно. Это все не так. Убираю обратно, пока дали возможность, убираю обратно. Ладью свою. h5 соперник сыграл. Давайте одну пару ладей разменяем от греха подальше. Так, он предлагает разменять не ту пару, которую я хотел. Хорошо, давайте по-серьезному приставать уже. Так... Так-так. Ну, еще раз можно повторить. Допустим. Так, как пешке А прицепиться? Давайте сюда еще пойдем. Ну, будем все возможности изыскивать. Ух ты! Как он сыграл. Сейчас, между прочим, грозит. Страшное просто грозит. Ферзь Е2, и как защищаться? Даже так. Как красиво соперник-то играет. Только что-то он... Упустил, явно он там матовал ходом ферзь Е2. А так здесь явно не матует пока. Сюда выскочили. Сюда. Сюда. Ой, тяжело как сюда. Опять сюда. Так, похоже на ничью, да? Опять сюда. А если так? Рискнуть. Ах, съел. Скоро уже на ничью, похоже, не будет. Надо потихоньку здесь как-то соглашаться. Соперник сам тоже это понимает. И ничья. Ну вот. Минус 3 пешки вместо... Минус 3 рейтинг. Вместо плюса. Да, ну там повезло тоже. Повезло, потому что соперник здесь мог замотовать просто-напросто. Что-то он... Вот здесь ферзь Е2 и защиты от ферзь H2 или ферзь G2 просто нет. Судя по всему. Ну да, нету защиты. Везучий я.